Всем привет! Меня зовут Анна. Приветствую вас на моем канале, где я рассказываю о парфюмерии. Сегодня поговорим о классическом аромате женственности «Шанс Шанель Отендер». «Шанс Шанель Отендер» относится к цветочно-фруктовому направлению. Премьера состоялась в 2010 году. Автор композиции – Жак Польш. Основные ноты – это айва и грейпфрут. Королева моды Габриэль Шанель начинала свою карьеру как певица в баре. Отсюда произошло ее прозвище Коко – Коко Шанель. Уже в 1912 году Коко Шанель открыла свой первый дом моды в Париже. И со временем она стала самым известным модельером. В первой половине 20 века именно Коко Шанель задавала тренды в мире высокой моды. Так, одежду от Шанель носили многие знаменитости того времени, среди которых несравненная Жаклин Кеннеди, а также великолепная Грейс Келли. А в 1921 году Шанель выпускает свой культовый парфюм «Шанель номер 5». Который стал абсолютным бестселлером. Парфюм «Шанель номер 5» до сих пор является одним из самых востребованных и известных во всем мире. «Шанс Шанель Отендер» является одним из трех фланкеров классического шанса от «Шанель». Так, помимо «Отендер», также есть фланкеры «Овив» и «Офреш». Также невозможно не упомянуть яркую рекламную кампанию, сопровождавшую все фланкеры «Шанса Шанель», включая «Отендер». Что касается моего флакона, у меня он в travel формате, 20 мл. Открывается вот таким вот образом, и можно менять сменные блоки. Его очень удобно носить с собой в сумочке. Шанель Шанс Отендер есть в двух концентрациях – туалетная вода и парфюмированная вода. Для меня предпочтительна именно туалетная вода. Она более звонкая, более летящая. Что касается объемов флаконов, то бывают 35, 50, 100 и 150 мл. Шанель Шанс Отендер – легкий, неприторный, освежающий аромат. Он очень нежный, женственный. Для меня «Шанс Шанель Отендер» – это аромат позитив, аромат, придающий хорошее настроение. «Шанс Шанель Отендер» уместен в любой ситуации и в пир, и в мир, а также дополнит любой ваш образ. Одним из минусов, как считают многие, является его завышенная цена. Если вы пока что не можете купить себе флакон, то можно начать с пробников, либо же от левантов. Также можно попробовать ароматы, которые идут в том же фруктово-цветочном направлении. Если вы любите «Шанс Шанель Отендер», то вас могут заинтересовать ароматы, схожие с ним. Например, от бренда «Toes Love Me», либо же «Victoria's Secret First Love», также «Lanvin Eclat de Fleurs», либо же Джессика Симпсон «I Fancy You». Данные ароматы не являются клонами аромата «Шанс Шанель Тендер», но они очень схожи по своему звучанию. Если вы еще не знакомы с «Шанс Шанель Отендер», попробуйте его обязательно. Возможно, он станет вашим парфюмерным «Я». Я надеюсь, что мое видео было для вас интересным и полезным. А на этом у меня все. Пока!